Манимы с вами, всем привет, и сегодня с реакция на новую бумагу от Мартела, которая называется «Сверхзнание бумага». Окей, погнали. Как-то я решил освоить скорочтение, опять чтобы интересный прочитать юмор. Все книги и стать сверхумным. И так как я невероятно целеустремленный и занимался по 40 часов в день, скоро я достиг феноменальных успехов. И я стал читать книги быстрее, чем успевал их листать. А листал так отлично. Быстро, что переворачивание страниц создавали ветер, просто ураган. И однажды мой дом подхватил, а этим ураганом меня перенесло в лес. Я такой выхожу, смотрю вокруг и спрашиваю прохожего, что за дела, где я? Он такой, ты в лесу. Я такой, это понятно, где. Ты в лесу? Он такой, около мудрого Y-образного дерева, и убежал. Я такой, вот сволочь, ничего полезного не сказал. И тут дерево такое, эй, хочешь немного сверхзнания? Я такой, конечно хочу, я чуть все книги в мире только что не прочел ради этого. Оно такое, короче, можешь лес пересадить поближе ко мне, вот по разные стороны моих братьев? X-образное дерево и краткое образное дерево. И тогда я поделюсь с тобой своей мудростью. Все ясно. Я такой, звучит как что-то без подвоха сделал, и дерево такое. Вообще. И тут я понимаю, что это был пранк, и такой, вот это урок пранк жизни. Буквами. Такому не научишься из книг, теперь понятно, почему тебя называют мудрое дерево. А дерево такое, это я еще среднее мудрое дерево, ты еще не видел моего старшего брата. Среднемудрое. Мудрое дерево. И сверхмудрое дерево рядом такое. Если хочешь быстро и просто улучшить вкус и нажористость дошек, а добавь туда плавленый сырок. И я такой... Черт! Запомните, чтобы улучшить вкус дошка, добавьте плавленого сырочка. Я теперь буду этим пользоваться. Я пошел за дошками. Не знаю, как вы, но дошек, как бы, превыше всего. Я вообще сегодня ничего не ел. Я только проснулся. Я хочу кушать. Но нет, пора. Сначала надо записать, монтировать, выложить на канал, а потом кушать. Ребята, ссылочка на оригинал в описании. Не забывайте это, потому что Мартел заслужит того, чтобы вы перешли к нему. Мартел, во. Пришли к нему, подписались, сказали, что он молодец, поставили лайк. Что еще должны сделать? Подписаться на его группу ВКонтакте. Также вы можете подписаться на мою группу ВКонтакте, на мою личную страничку ВКонтакте, подписаться на мой канал, поставить лайк, нажать на колокольчик, и быть молодцами. Это тоже очень классно, поэтому делайте, да. Всем удачки, всем пока-пока.